Обращение, знаки препинания при обращении. В процессе работы вы узнаете, что такое обращение, как ставятся знаки препинания в предложениях с обращением, и научитесь находить обращение в предложении, ставить знаки препинания в предложениях с обращением, составлять предложение с обращением. Обращение – это слово или несколько слов, которые называют того, кому обращаются с речью. Обращение выражается именем существительным в именительном падеже и произносится с особой звательной интонацией. Обращение может находиться в начале, в середине или в конце предложения. Например, «Котик, кот, иди к доске, расскажи о колоске». Обращение «котик, кот» находится в начале предложения. «Колосок, мои друзья, он усатенький, как я». Обращение «мои друзья» находится в середине предложения. Обращение не является членом предложения. Если обращение стоит в начале предложения, то оно, в зависимости от интонации, отделяется запятой или восклицательным знаком. В первом предложении «котик, кот, иди к доске, расскажи о колоске» обращение стоит в начале предложения, произносится с особой интонацией, после него ставится восклицательный знак. Если обращение находится в середине предложения, то оно выделяется запятыми с обеих сторон. Во втором предложении «Колосок, мои друзья, он усатенький, как я» обращение, стоящее в середине предложения, выделяется запятыми. Если обращение расположено в конце предложения, то запятая ставится перед ним. Поставьте воспроизведение видео на паузу и выполните задание. Расставьте знаки препинания в предложениях из сказок Александра Сергеевича Пушкина. После выполнения задания вернитесь к просмотру. Проверьте правильность выполнения задания. Чем вы гости торг ведете и куда теперь плывете? Обращение «гости» стоит в середине предложения, выделяется запятыми с обеих сторон. «Здравствуй, князь, ты мой прекрасный!» Обращение «князь, ты мой прекрасный» стоит в конце предложения, запятая ставится перед ним. «Жизнь моя, в чем, скажи, виновна я?» Обращение «жизнь моя» стоит в начале предложения, произносится с восклицательной интонацией. После обращения ставится восклицательный знак. «Не губи меня, девица!» Обращение «девица» стоит в конце предложения. Перед ним ставится запятая. «Отпусти ты, старче, меня в море!» Обращение «старче» стоит в середине предложения. Выделяется запятыми с обеих сторон. «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч». Обращение «ветер, ветер» стоит в начале предложения, произносится с восклицательной интонацией, после обращения ставится восклицательный знак. Поставьте воспроизведение видео на паузу, выполните упражнение 196 из учебного пособия. А затем вернитесь к просмотру. Проверьте правильность выполнения упражнения. Вы могли составить, например, такие предложения. «Верочка, я рада тебя видеть». Обращение «Верочка» стоит в начале предложения, отделяется запятой. «Выслушай, Миша, меня спокойно». Обращение «Миша» стоит в середине предложения, выделяется запятыми с обеих сторон. «Я приглашаю тебя в театр, моя подружка». Обращение «моя подружка» стоит в конце предложения, запятая ставится перед обращением. «Дедушка, поздравляю тебя с праздником». Обращение «дедушка» стоит в начале предложения,
произносится с восклицательной интонацией. После обращения ставится восклицательный знак. Поставьте воспроизведение видео на паузу и выполните задание. Составьте и запишите два предложения со словом «девочка» так, чтобы в первом предложении это слово являлось обращением, а во втором – подлежащим. После выполнения задания вернитесь к просмотру. Проверьте правильность выполнения задания. Держи, девочка, шарик крепко, чтобы он не улетел. В этом предложении слово «девочка» – обращение, стоит в середине предложения, выделяется запятыми, членом предложения не является. Девочка держит шарик и улыбается. В этом предложении «девочка» – это подлежащее. Девочка что делает? Держит. И улыбается. Теперь вы знаете, что такое обращение, как ставятся знаки препинания в предложениях с обращением, и умеете находить обращение в предложении, ставить знаки препинания в предложениях с обращением, составлять предложение с обращением. Еще раз повторите теоретический материал в учебном пособии, параграф 24, и выполните упражнение 197. Чтобы проверить свои знания, выполните тестовую работу по теме. И помните, учение – путь к умению.